Ребята, всем привет! Это у нас новинки 4-го каталога 2021 года, который будет действовать с 8 марта по 28 марта. Ну и, конечно, главная новинка вот сейчас опять, ребята, тушь. Да, туши на самом деле очень много на любой взгляд, вкус, цвет, длину, густоту, изгиб, в общем, все, что вы хотите. И самое классное, что эта тушь, она идет тоже ухаживающая. Значит, тут идет в составе туши органовое масло, которое укрепляет корни ресниц и способствует их росту. Тушь идет именно удлиняющая, Long Strong называется, 10 мл, 57-22, цвет черный, приходит в такой вот симпатичной коробочке. Тут написано, что ни одна, даже самая маленькая ресничка не остается не прокрашенной благодаря миниатюрной силиконовой щеточке с щетинками в виде стрел. Щеточки до такой степени миниатюрные, что я просто, ребят, обалдела. Вы посмотрите. Да-да-да, вы посмотрите практически. Давайте я вам прям увеличу. Да, очень-очень-очень мелкая такая вот тушь по сравнению с ногтем. Да, вы можете увидеть, что она практически с ноготь размером, да? И давайте ее попробуем на мне. Специально сделала такой крупный, да? И будем пробовать. Ребят, тушь мне действительно понравилась. Можно сделать очень длинные вытянутые реснички, и они не будут смотреться объемно. А тушь хорошо наслаивается на реснички друг на друга. Это очень прекрасная функция. Но я думаю, вам уже заметно. Ну, то есть, не макая кисточку несколько раз, на нее, на такую вот малышку, очень много туши уже кладется. Набирается, и тушь хорошо кладется. Действительно факт. Вот мои реснички, где они там, и вот ресницы от туши. Действительно отлично, но, как обычно, я чуть-чуть ляпнула, потому что тушь новая. Самое интересное, что когда вы даете ей немножко высохнуть и потом снова накладываете, она у вас еще больше, еще лучше удлиняет, но ресницы не становятся как лапки паука, что очень даже приятно. Все так ровнюсенько, шикарненько. Мне нравится вот этот вот эффект. Брови у меня седые, не обращайте внимания. Неохота было идти к парикмахеру, поэтому вот так вот. Я думаю, разницу очень сильно видно. И я прям в восторге от этой туши. Надо в ней спортом позаниматься, спотеть, посмотреть, что там будет, что там от нее останется. Ну, обычная нормальная тушь, она размажется, конечно. Посмотреть, как она смывается потом. Мицеллярной водой она смылась великолепно. Мылом я ее еще пока не смывала. Такая маленькая кисточка, очень удобненькая. Так и хочется сказать, я нашла свою тушь. Да, вот так вот. Да, ну, я думаю, вы сами видите. Тут уже и слов нету, да, как все быстро, как все мгновенно. Долго раскрашивать, как, допустим, позапрошлую не пришлось. Хотя тушь Click & Go, у нее практически такой же эффект, но другая кисточка, да, то есть, ну, как вы видите, я немножечко сделала лисичку. Мне нравится такой эффект. Классная, класс. Вообще немножечко на глазик кладется, ее уже хорошо видно, но подкручивается и сразу начинает удлинять. В общем-то, ребят, действительно стоящая тушь. С каждой тушью все лучше и лучше выпускают. Артикул 5722. Берите на вооружение. Но если у вас свои длинные густые ресницы, вы, конечно, будете смешно смотреться с этой тушью, потому что она прям сильно-сильно увеличивает глаза. Прямо мега сильно. Вот. Далее, ребят, двойной тональный крем идет, значит, с двумя артикулами. Один ванильно-розовый 6453, другой золотисто-бежевый. Давайте же с вами начнем 6404, золотисто-бежевый. Он оказался для меня темноват, но им удобно делать контуринг, да? Смотрите, значит, это крем 2 в одном. Тут идет основа под макияж и тональное средство. Он, как бы, основа под макияж у нас обеспечивает безупречное покрытие, да? То есть вот эта белая кнопочка, я уже его попробовала. Да, такой вот, давайте поближе. Видите, такой вот прям густой, никуда не течет, не собирается, да? Угу. Он обеспечивает безупречное подкрытие и подготавливает кожу к нанесению тонального средства. Выравнивает, разглаживает, увлажняет, питает и защищает. Средство защищает кожу от стресса и восстанавливает ее. Дарит нежный аромат и также содержит SPF 25. Да-да, ребята, скоро весна. Далее, тут идет активный ингредиент розалити, который защищает кожу от стресса, вызванного факторами окружающей среды.
улучшает цвет лица, придает коже сияющий вид и уменьшает размер темных пятен, делая тон более ровным. Кроме того, средство эффективно обеспечивает влажное сияние кожи. Это тренд, который остается абсолютным хитом. И кремообразная основа, получается Glam Skin, делает кожу идеально ровной, а тон маскирует несовершенство и придает легкое сияние. То есть вот я его нанесла. Далее я наношу ванильно-розовый. И также наношу золотисто-бежевый и ванильно-розовый. Но, как вы видите, камера у меня передает оттеночки отлично. Да? То есть вот они такие. Это вот этим пальчиком. Да? То есть вот такие вот два оттеночка. Один, когда я загорю, например, а второй сейчас можно использовать, пока я никуда не ездила. И они отлично между собой перемешиваются, и создается еще, получается, третий оттеночек, абсолютно родственный как раз-таки типу моей кожи. Можно потемнее, можно посветлее. Он хорошо ложится, он отлично просто лежит на коже. И действительно есть такое вот свечение от него, да, которое не совсем заметно глазу, но оно есть. То есть такой вот он прям хорошенький получается. Очень хорошо выравнивает кожу, очень хорошо выравнивает лицо. То мне безумно понравилось. Ну тут, конечно, толстоват слой для руки. Перекрытие мне понравилось, отличное. Но какие-то ярко-красные прыщи, чем меня наградила природа сегодня с утра, оно как бы не перекроет, да, то есть сейчас не смотрите, что цвет пожелтее, ванильно-розовый абсолютно не желтый, да, то есть просто посмотрите, как руки вообще по-другому даже смотрятся, то есть вот это вот сияние, да, еле заметное, оно есть, очень даже ничего так, да, такое вот приятное, переливистое, очень все хорошо ложится, порки он не выделяет, в порки не забивается, вот прям все-все при все понравилось. Ну, я не могу, ребят, налюбоваться, ну и тушь, да, обалдеть просто. Ну, ладно, давайте перейдем к тональному крему все-таки. Так, спонжик идет артикул 9538, не знаю, есть он или нет на сайте, это не... Видите, если их так вот выдавить на руку, они немножечко подтекают. Давайте возьмем сначала темный. Ну, как вы видите, темный оттенок. А он не совсем мой, что, в принципе, следовало и ожидать. Но он до такой степени ровно классно лежит, что я от него в восторге. Мне понравился тональный крем. Не знаю, как он будет на блер ложиться и так далее. Да, потому что я просто наношу его на основу. Основа мне тоже понравилось, оно быстро впитывается, да, мгновенно. То есть вот этот мы с вами посмотрели. И вот этот я сейчас другой стороной возьму, наберу ванильно-розовый, да. Ну, сразу видно, да, насколько он идет на лице светлее, насколько он хорошо все маскирует. Мне, конечно, это дело нравится. Сразу видно, да, где желтый, а где нет. Этот, конечно, ничего такой оттеночек. Ванилька, да, ванилька классная. Вот расход, мне кажется, у него... обычный, нормальный. А если вот этот вот темный брать, да, то мне кажется, он мне подойдет только вот в это вот место. Он как раз будет для меня как контуринг. Такой вот темный. Но мне кажется, после отдыха, ведь ничего, да, получается. Но после отдыха, мне кажется, он мне очень даже подойдет. Сюда можно еще нанести. И будет вам уже не плоское лицо, даже одними тональными средствами. Вот до какой степени темный, что даже пойдет как легкий контуринг. Осталось добавить румян и все. В общем, делаю вывод, он суперский. Мне все понравилось. Действительно здоровый, еле уловимый блеск кожи. Да, то есть и очень приятно такого вот добиться. И кремообразная текстура, вот, идеально ровная. А тон маскирует несовершенство, придает легкое сияние. В общем-то, все здорово. Очень едва заметный блеск, который, в принципе, не раздражает, не мешает. И его даже не хочется припудрить. То есть нету такого, да, вот, видите, вот это если гладкая ручка матовая, да, то вот тут чуть-чуть, вот, видите, раз, такой как бы цвет идет, раз, да, вот видите, катается. Это вообще практически незаметно, особенно вживую. То есть это благородный такой. Что мне понравилось, все-таки весна, SPF 25, это круто. Очень жалко, что из одежды мне практически ничего не досталось. Брюки палаццо у нас были, они мне коротки. Вот это вот платье в клетку, блузка в клетку, джинсовая коллекция. Мне, конечно, ничего не досталось. Но скоро придет вот этот вот платочек и вот этот вот еще платочек. Перчатки, пояс вот буду примерять. Вот этот костюм тоже, его, к сожалению, нет в наличии. Его и не было в наличии, поэтому, ну вот, как-то так.
Далее, новое средство для чувствительной кожи и склонной к сухости кожи. Абсолютная новиночка. Очищающий гель для интимной гигиены 200 мл. Гель идет с нежным цветочным ароматом. Да, действительно, он не броский, такой классный. Артикул 2657. Содержит гиалуроновую кислоту, молочную кислоту, а также специальные компоненты для нейтрализации неприятного запаха. Гипоаллергена и с иланг-силангом. Далее, значит, что еще? Молочная кислота поддерживает естественную микрофлору интимной зоны. Гиалуроновая кислота увлажняет кожу, улучшает тонус и эластичность. Я думаю, что это классно. Угу. Очищающий гель. Значит, я им воспользовалась один раз. У меня никаких нареканий, как обычно, нету. Вот он такой не густой, не жидкий, обычный, прикольный, с очень приятным ароматом. Буду пользоваться. В пустышках о нем расскажу, конечно же, больше. Первое впечатление, ну, действительно классное. Следующая новинка — это интенсивная маска для нейтрализации желтизны. Маска с высоким содержанием фиолетового пигмента поддерживает благородный холодный оттенок осветленных волос, предотвращая нежелательную желтизну. То есть у нас с вами получился такой вот шампунь и такая вот маска. Экспресс-маска получается для супер холодного, да, оттенка. 50 мл она идет, фиолетовый пигмент 2.0, сапфировая пудра воздействует на поврежденные участки волос, интенсивно восстанавливает их и возвращает драгоценное сияние. Значит, активный комплекс, биомиметический кератин, родственной структуре человека волоса, распознает участки, где разрушен природный кератин. Это умный компонент, реконструирует повреждения как на кончиках. Про эту масочку очень подробная аннотация на сайте, что здорово и классно. Блонд — это больше, чем цвет, и все мы с вами понимаем, что быть блондинкой — это настоящая философия, образ жизни. Потому что действительно очень тяжело добиться красивого, благородного, классного оттенка волос. Именно средства Blond Icon, они специально для блондинок. Поддерживают благородный холодный оттенок, восстанавливают поврежденные светленые волосы и дарят каждой прядке блеск и силу. И вот эта маска еще идет дополнение к линейке, и благодаря высокому содержанию фиолетового пигмента она поддерживает благородный холодный оттенок осветленных волос, предотвращает нежелательную желтизну. Также активный комплекс Kerastore 2.0, он воздействует на поврежденные участки волос по всей длине, интенсивно восстанавливает их. И сапфировая пудра придает волосам гладкость, наполняет их драгоценным сиянием. Значит, как эту масочку применять? Ее применяем очень просто. Значит, наносим на мокрые волосы, уже помытые, массируем, оставляем на 10-20 минут, в зависимости от желаемой интенсивности оттенка. Затем тщательно смыть. То есть, если шампунь мы держим около 5 минут, то маску от 10-20. И рекомендуется использовать перчатки. Ну что ж, давайте попробуем без перчаток. Что у нас получится? Вот такая вот густейшая маска. Прямо наигустейшая маска. Да, как вы видите, не шелохнется. Да, и она какая-то, знаете, такая, ребят, эластичная, что ли, да, как вы видите. Такая вот прям густая-густая. Ну, я ее вам хотя бы показала, да, то есть ее нужно постараться равномерно нанести на волосы, и она равномерно будет очень хорошо наноситься. Это одна из моих любимых линеечек. Я вообще, пока у меня много седины на волосах не отрастает, вообще не хожу к мастеру, потому что, ну, незачем, ну, не желтеют у меня сейчас волосы, и получается у меня и так красивый оттенок, и, честно сказать, на мастерах по волосам я очень даже изрядно экономлю, что мне нравится. Действительно классный оттенок. Ну, как вы видите, он на коже не остается, но он и не должен на коже остаться. Предупреждение, что пользоваться в перчатках, скорее всего, знаете, иногда бывает такая штука, что какой-нибудь гель-лак может быть на ногтях некачественный или еще что-то, да, и может быть действительно проявится. Но вот пока что все отлично, все великолепно, и шампунь то же самое. Если даже и будет какой-либо, знаете, такой небольшой оттеночек на руке, как я одной рукой нанесла, смотрю, а эта ручка просто стала слегка бледнее, нежели вот это, да, то есть, и я просто помыла руки с мылом, и обе руки стали одинаковые. Она вообще как бы очень хороша и удобна в применении, и не опасна лично для моей ванны, да, то есть ни шампунь, ни маска, они не опасны. Далее, смотрите, это будет по бонусу за покупку. У нас появились две новинки XL размера, 400 мл, прям мега формат, более 90% натуральных ингредиентов, и для окрашенных эмилированных волос у нас есть шампунь, и для тонких
седых и лишенных объемов волос. Значит, я маму попросила помыть голову, так как моя голова, к сожалению, совсем чистая, и я мылась не сама. Мама сказала, очень понравился шампунь, приятный аромат, хорошо пенится. Я ей дала шампунь для окрашенных и эмилированных волос, потому что она как раз-таки красится так же, как я, в белый цвет, и ей, конечно же, надо что-то такое вот более-менее питательное. И вот такая вот маска Клевер и Гранат, она говорит, очень даже ничего, мне понравилось, я довольна. А вот этот шампунь «Объем и густота» очень любит моя Катюша. Очень любит. А есть такая линейка уже меньшим объемом, да, обычным стандартным. 12,72, тут 400 миллилитров, а есть еще 200 миллилитров. И там вообще здорово. Значит, они выглядят вот такие, вот этот прозрачный. Очень-очень приятный аромат, какими-то легкими, еле уловимыми васильками, вот как мне показалось, да, то есть еле-еле-еле уловимый аромат, суперский, да. А этот шампунь у нас тоже идет такой же вот прозрачный, да, как вы видите, аромат действительно такой более насыщенный, чувствуется вот этот вот клевер, чувствуется гранат, но гранат практически не чувствуется, а вот клевер, да, прям в нос дает, тоже очень приятный, они густые в меру, их надолго хватает, они хорошо пенятся, то есть они такие же мини-версии, их мини-версии точно такие же классные, как и этот, в общем-то они ничем не отличаются. Так, мама воспользовалась масочкой, да, масочка такая вот густенькая, она легко распределяется по волосам, особенно по влажным, да, вот вы вымыли, промокнули волосы полотенцем, да, сделали их влажными и наносите, вот такая вот обычная масочка, очень даже тоже такой яркий аромат у нее, да, то есть и она не течет, как вы понимаете, вообще, от слова совсем. Маска у нас идет 150 миллилитров, вот она будет стоить 99 рублей, артикул 1261. Ну, эта линейка, я не знаю, были ли от ней вообще плохие отзывы. Она действительно ухаживает и, ну да, кстати, цвет тоже не линяет, если уж я об этом заговорила. И она не утяжеляет волосы, она делает их такими, знаете, настоящими, классными волосиками, ухоженными и приятными, и не пушит, и не утяжеляет, и не пушит. 12,71, 150 миллилитров. Вот сейчас вот мама пошла в гости и помылась именно вот этим, что она спортом занималась сегодня, массаж делала, спортом занималась, в общем, мама много дел, потом ушла в гости, вот, и честно сказать, говорит, мне понравились, как волосы вообще себя ведут. Ребят, это не VIP-новинка, но быстренько вам покажу. Значит, это моя любимая линеечка, тональный крем, который я себе заказала с хорошей скидкой. Значит, тут идет эффект Soft Focus, мгновенное ощущение мультилифтинга, легкая бархатистая структура, так далее, так далее. Тональная сыворотка для лица Neo Serum 30 мл. Я заказала себе 61,74, а тон светло-розовый. И вот так вот быстренько-быстренько вам на руке покажу. Действительно, классный, приятный оттеночек, без капли желтинки. Камера врет, не верьте ей, да, без капли желтинки, как мне показалось. И действительно, тоже очень хорошо выравнивает, ничем не уступает нашей новой новинке. Пока под рукой-то, да, пока под рукой показала. Далее у нас с вами идут новые вкусы. Банан, яблочный штрудель и кофе, наверное, на следующей страничке, да. Вот мне еще кофе, а вот кофе. Самое крупное не вижу, да, ну бывает, бывает. Штрудель выглядит таким вот образом, да. Но это он полчаса постоял, и консистенция кажется неоднородной. А кофе... Да, такой вот темный насыщенный оттеночек, тоже такой не особо-то красивый, я бы сказала. И далее идет бананчик. Ну, как вы видите, я его уже начала пить, мне он понравился, и мне прям хочется его. Самый вкусный, конечно, из новинок банан. Кофе я не поняла, потому что там чистый такой аромат, красивый, вкусный, приятный, прям кофе-кофе. И правда здорово, но я не поняла этот аромат, зачем кофейный. Ну, кому-то может и понравится. Ну и яблочный штрудень, такое чувство, что я пью какие-то жидкие печеньки, да, вот орео, если перемолоть, ну вот что-то типа такое похожее может быть даже. Понравились новые вкусы, я прям счастлива, прям хочется выпить все прямо сейчас. Ну, конечно, кроме кофейного. Кофейный как-то вот у меня просто в голове он не сочетается, хотя он очень классный и вкусно выполнен. Я всегда пью коктейли на воде. Если ранешние коктейли Faberlic такие были в маленьких пакетиках, я могла пить только на молоке, они мне нравились только на молоке. К этим коктейлям у меня постоянно тянется рука, и вы видите в моих пустых баночках постоянную кучу пустых коктейлей, поэтому я просто вот в восторге от них. Далее Скульпт, не буду заострять на ней внимание, потому что это уже не новинка, не VIP-новинка, я ее заказала за 900 рублей по VIP-программе. Далее у нас с вами вот тут вот в уголочке идет обновленный концентрат безалкогольного напитка Алоэ Баланс. Он
восстанавливает защитные силы организма, улучшает самочувствие, очень хорошо улучшает предстальтику кишечника, что тут не указано, да, но если вы выпьете, вы очень быстро побежите в туалет, если уж быть предельно откровенной, да, и одну чайную ложку нужно развести в стакане 200 мл воды. Очень такая приятная очень штучка, тут идет 20 порций, как вы видите. И что еще хочется про него сказать, то что он, принимать его можно 1-2 раза в день, одну чайную ложечку. Мама у меня тут на него подсела, он ей действительно понравился, говорит, вкусно, приятно пить, действительно так, не могу сказать, что супер приятно, вот 100 мл объем, но сносно, не противно. Артикул 157-39, вот изготовитель, пожалуйста, смотрите, кому это важно, очень часто спрашиваете, да, Россия, Московская область, Чеховский или Чеховский район, город Чехов, Симферопольское шоссе, дом 2, да, Алина Фарма его изготовила, энергетическая ценность 20 килоджоулей, в общем, обновленная версия, вот идет состав полностью весь, и тут написано, что при чрезмерном употреблении может сделать слабительное действие, да, содержит подсластитель. То есть, ну, приятная такая штучка, очень хорошенькая. Так, сейчас мы с вами его откроем. Как обычно, такой вот прозрачный напиточек, очень приятно пахнет. Разводить его, пить одно удовольствие, да, если прогумин был не особо вкусный, да, вот сейчас я его пью, развожу, то это действительно вкусняшка еще та. Вот эти все чехлы мне придут позже, вас до сих пор в наличии нет, к сожалению. Вот, а вот это мне все придет скоро, чуть позже, поэтому я жду, вам все покажу обязательно. Ну и следующая новинка у нас идет из линейки Home Gnome Greenly. Ребят, поражена обоими ароматами, я обожаю и цитрусовый аромат, тут больше такой грейпфрут, бы я сказала, и обожаю аквафтический аромат, он воистину шикарный. Прямо оба средства шикарные, и причем они идут по биоформуле. Это значит, что ноль синтетических отдушек, ноль красителей, ноль спиртов, газов, пропеллентов. То есть они не только будут ароматизировать дом, да, это водный спрей, это биоформула на основе мягкой воды и натуральных эфирных масел. То есть это очень натурально, это очень полезно, не вредит дому абсолютно никак. Значит, аквафтический идет с артикулом 1091, а цитрусовый 10903. Так, миллиметраж, кстати, 250 миллилитров. Они действительно суперские. Вот прям вот этот вот грейпфрутовый мне безумно понравился, а с аквафтическим я сегодня бегала прям по квартире и распыляла его, и говорила, боже мой, как вкусно пахнет, боже мой, какая вкуснятина, да, ну вот и все в таком роде. Да, натуральное эфирное масло содержит и создает здоровую атмосферу, успокаивает и поднимает настроение. Биокультуры способствуют устранению неприятных запахов, а биоформула ароматерапии очищает и увлажняет воздух, и дарит природные ароматы. В общем, очень вкусно, очень приятно, прям рекомендую, попробуйте. Вот аквафтический, он вообще не навязчивый, вот цитрусовый, он, конечно, немножечко посильнее будет. Тут идет такая же вот помпа, и вы просто вот так вот его распыляете, да, ну вот, да, видите, ручка сырая, ну, очень приятный, безумно приятный аромат, прям хочется его вдыхать, его распылять, в общем, супер, прям нахвалиться не могу, ребят, я редко так что-то хвалю, но вот этот аквафтический прям в душу, в сердце, прям бабам и попал. Далее, смотрите, значит, пазл, сквиши мне придет, вот эти сумочки обе придут, розовый, голубой, то есть книга, вот она, новая книжка вышла, 349 рублей, куриный бульон для души, история о женщинах, Джек Кенфилд, да, такая вот весистая книжечка, суперская, я бы ее с удовольствием бы почитала, потому что тут действительно классные такие советы даются, да, полюбите себя, и тогда все пойдет как надо, чтобы все шло хорошо, нужно просто любить себя. Ну и последняя VIP-новинка, которая мне досталась, она выпала вот такая, укрепляет волосы, бальзам против выпадения волос, сокращает выпадение, анти-хайр, артикул 1737, ну, в общем, он мне понравился. Способ применения: нанести на влажные волосы и кожу головы, оставить время воздействия на 3-5 минут и тщательно смыть. В общем-то, он мне понравился, я им сколько раз пользовалась, и бальзам против выпадения волос я заказываю часто. Он укрепляет волосы, делает живыми, блестящими, в общем, отличное средство. Да, такой вот обычный такой вот бальзамчик, очень даже неплохой. Есть целая линейка против выпадения волос. Я сейчас на данный момент после каждого мытья головы пользуюсь ампулами против выпадения волос. И вот еще решила этот заказать. Волосы у меня пока не выпадывают, но я решила просто для профилактики пройти этот курс. Чисто для профилактики. Пока у меня проблем нет. И зачем допускать, чтобы они
были. Что ж, ребят, вот и подошел обзор к концу. Самая яркая новинка для меня на первом месте — это Wellness со вкусом банана, потому что он мне безумно понравился. Я нисколько не пожалела, что я его заказала. Далее, конечно же, вот эти вот тональные кремы, которые идут. Один, да, идет с антистресс, а вторая идет тональная основа, да, то есть это тоже здорово, когда идет двойной уход и база, и тональная основа. И, конечно же, вот эта книжка. Я люблю почитать, поэтому новые книжки я прям обожаю. Я все предыдущие еще не прочитала, потому что времени нет особо читать, но я все равно стараюсь читать. И, кстати, вот эти книги, кто говорит: ой, мне нечего писать, я не знаю, как писать, какие посты в соцсетях, просто люди не начитаны, поэтому они не знают, как писать. Они не любят читать, и не любят писать, и не любят снимать, и вообще не смотрят, наверное, лидеров высокостатусных для того, чтобы идти за ними и делать, как у них, вот и все. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Я желаю вам роста, удачи, везения во всем, вдохновения, чтобы все было хорошо, чтобы все было у вас великолепно. Будьте красивы, ухожены, защищайте себя от солнышка, чтобы преждевременно не стареть, и пейте вкуснятину, очень полезную вкуснятину. И стройните, и хорошейте.